Кольцо Defende. Кастеты – достаточно популярное и распространенное во всем мире оружие, которое весьма эффективно может быть использовано для самообороны. В связи с этим рынок предлагает огромное количество моделей, отличающихся как внешним видом, так и материалом, из которого изготавливается изделие. Проблема заключается в том, что, во-первых, во многих странах ношение кастетов запрещено законом, но, во-вторых, открыто носить с собой подобное оружие даже в целях самообороны немного странно. Аксессуар, который вы видите на экране, представляет собой более удобную и этичную альтернативу. Кольцо Defende является шипованным кастетом для одного пальца, ну а чтобы оружие не привлекало лишнего внимания и не представляло опасности без необходимости, сверху на шип прикручивается декоративный колпачок. Таким образом, Defende невозможно отличить от любого стандартного кольца, выполняющего декоративную функцию. В то же время в считанные секунды оно превращается в оружие. Производитель предлагает различные варианты, например, из серебра, розового или желтого золота. Внешний вид накрутки также может варьироваться. Цена от 65 до 80 долларов. Мини-пистолеты. Впрочем, далеко не только кастеты могут обладать суперкомпактными размерами. Сегодня при желании и наличии соответствующего разрешения легко можно обзавестись даже мини-версией огнестрельного оружия. Опять-таки вариантов достаточно много, начиная от крохотных пулеметов и заканчивая револьверами. О них прямо сейчас и поговорим. Компания NOS American Arms занимается производством и продажей оружия, длина стволов которого не превышает нескольких сантиметров. Так как маленькое оружие – это специализация компании, в ассортименте можно найти самые разнообразные варианты. Прямо сейчас, например, мы показываем семейство 22 Magnum. Поразительно, но в незаряженном состоянии средний вес пушек не превышает 170 грамм. Несмотря на миниатюрный размер, револьверы имеют эргономичную форму, то есть лежат в ладони вполне удобно. Пожалуй, главное достоинство этого оружия заключается в том, что оно умещается в любой стандартный карман. А значит, в ситуации, когда жизнь и благосостояние зависят от каждой секунды, время не будет потеряно. Брелок Мунио. А вот другое изобретение, способное вывести самооборону самого обычного, не особо подготовленного человека на новый уровень. То, что на первый взгляд выглядит как симпатичный цветной брелок, на самом деле представляет собой средство защиты. Обратите внимание на форму аксессуара. Он заостренный к низу, так что при ударе способен доставить сильный дискомфорт и даже боль. В то же время он недостаточно острый, чтобы можно было переживать о нанесении серьезных колотых ран. Пользоваться аксессуаром легко, подготовка и обучение не нужны. Таким образом, приобретение стоимостью всего 10 долларов способно подарить уверенность и чувство защищенности. Cellphone Pistol. Сегодня мы уже говорили о том, что в обществе не принято разгуливать в повседневной жизни с оружием в руках или даже на поясе. Это, однако, вовсе не повод отказывать себе в безопасности. Cellphone Pistol – еще одно компактное огнестрельное оружие, которое радикально отличается от своих собратьев внешним видом. В сложенном состоянии устройство больше всего напоминает смартфон. Даже знающий и разбирающийся человек вряд ли заподозрит в безобидном прямоугольнике оружие. В то же время в момент опасности конструкция позволяет в считанные мгновения привести ствол в рабочее состояние. Купить такой пистолет 380-го калибра предлагается за 550 долларов. Сирена Double Safe. Так как все люди разные, не каждый способен решиться на использование активной защиты. Некоторые предпочитают защиту пассивную, и именно ее обеспечивает устройство, которое вы видите на экране. Double Safe выглядит как обычный брелок, который можно повесить на ключи или сумку. Пользоваться им очень просто. В случае опасности нужно потянуть за шнур, на котором он висит. Такое воздействие активирует громкую сигнализацию, которая отпугнет злоумышленника. Устройство работает на батарейках, но производитель предусмотрел сценарий, при котором Double Safe разряжен. В таком случае он выполняет функцию свистка. Ключ CRKT.
Наверняка многие из вас уже успели задуматься о том, что же делать, если хочется иметь при себе подобие кастета, но при этом нет желания носить кольца. На этот случай пригодится вот такой тактический ключ. Это компактное устройство, которое удобно лежит в ладонь. Его можно зажать в кулаке или так, чтобы острая часть торчала между пальцев. В момент опасности ключ усилит воздействие удара и поможет отвлечь или даже обезвредить злоумышленника. Цена – около $10. Ручка Atomic B. Кстати, рынок предлагает целый ряд похожих устройств. Вот это, например, уже тактическая ручка, но на этот раз от американской компании Atomic B. В первую очередь она, конечно же, справляется со своим прямым назначением. Ей можно писать. Это значит, что переноситься и храниться она может как самая обычная ручка. При желании к ней можно приобрести специальный чехол, который вешается на пояс. Однако в то же время данная ручка является мультитулом, выполняющим не совсем обычные функции. Например, она может стать фонариком или открывалкой. Ну и, пожалуй, самое главное – ручка является устройством для аварийного выхода из автомобиля. Она оборудована съемной насадкой, которая достаточно прочная, чтобы при ударе разбить стекло. В зависимости от модели стоимость варьируется от 11 до $20. Акьюфай. Перцовые баллончики – традиционные, очень популярные средства защиты, которые, тем не менее, имеют существенные недостатки. Дело в том, что это оружие используется в минуты стресса, когда сложно прицелиться и понять, куда именно будет направлена струя. Именно поэтому компания GuardDog создала перцовый баллончик с обстроенным лазером. Он поможет прицелиться и использовать оружие более эффективно. Также производитель позаботился о том, чтобы устройство не протекало. Баллончик имеет уникальный дизайн, ну а стоит всего $15. Fast Strike. Это устройство не похоже ни на что из того, что мы уже сегодня показывали. Более того, незнающий человек вряд ли сообразит, что это вообще такое. Тем не менее, перед вами крайне эффективное ударное средство защиты. Его главное преимущество – удобство носки. Fast Strike – компактный и легкий. Его можно спрятать под одеждой, прицепить к рюкзаку или убрать в карман. Он не причинит серьезного вреда злоумышленнику, но отпугнет и отвлечет его. Удары могут быть нанесены с большого расстояния. Цена – $23. Bola Wrap 100. Последнее изобретение, которое мы сегодня покажем, разрабатывалось специально для нужд полиции. Испытания показали его высокую эффективность, работу в любых условиях, а значит, это прекрасное средство и для личной самообороны. Итак, что же из себя представляет Bola Wrap 100? Разработка является детищем американского стартапа Wrap Technologies. Это девайс, который выстреливает в злоумышленника кевларовым шнуром, длина которого составляет аж 2,4 метра. Секрет, впрочем, кроется в том, как именно Bola Wrap им выстреливает. Обратите внимание, как в считанные секунды шнур совершает от 1 до 3 оборотов вокруг тела человека. Так происходит полное обезвреживание. Скорость движения троса составляет 156 метров в секунду. Места, в которые предлагается стрелять, это туловище и ноги. В первом случае руки приковываются к телу так, что ими не пошевелить. Во втором ноги связываются между собой, так что человек лишается возможности передвигаться. Точность выстрела обеспечивается наличием встроенного лазера. Ну и напоследок преимущество Bola Wrap кроется в том, что устройство позволяет стрелять с расстояния до 7-8 метров. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!